Я не понял, что за ним выражение не судно. Не заметил? Проживаете там же, да, насколько я понимаю? Да. Имеете высшее профессиональное образование, в браке не состоите, временно не трудоустроены, не военно обязаны, ранее судимы. 6 июня 2018 года Кировским райсудом Хабаровска по третьей части 160 статьи Уголовного кодекса России в 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Так? Да, все чисто. Все соответствует действительно? Да. Мы хотели поехать во Вьетнам. Я, мой муж, трое моих детей и мама, пенсионер и инвалид второй группы. Сила пришлось взять кредит. Взяли кредит до мая месяца, еще до мая месяца платили кредит. Хотя в августе уже никуда не поехали. А Гарков, да, я периодически писала, ну как, когда документы по WhatsApp у Гарковой Юрьевны. И вот вечером она по WhatsApp сообщила, что никакой поездки не будет 6 августа. Как она объяснила это, да? Объяснила она тем, что в связи с большим потоком туристов произошла какая-то техническая ошибка в резерве гостиницы, и что на одно и то же место кого-то двоих зарегистрировали, и что кто-то полетит на наше, ну, в наш номер, в наш отель. Это был ужасный стресс. Даже вот сейчас я вспоминаю, потому что мы очень мечтали об этой поездке. И детям целый год во всем отказывали. Каждые 100 рублей откладывали на эту путевку. Ни день рождения у детей не было, ни подарков, ничего, ни походов каких-то. Поэтому для нас это был очень ужасный стресс. Для мамы, которая пенсионер, денег тоже много у нее нет. Поэтому он был очень... В прошлом году, в июле месяце, мой супруг заключил договор со студией туризма, оплатил ему в размере 150 тысяч рублей. Мы оплатили предварительно 50% стоимости путевки. Собирались отправиться на новогодние праздники. Но, к сожалению, деньги наши не вернули, путевку мы тоже не получили. Таких пострадавших, как мы, оказалось более 40 семей. Мы все собрались и обратились в следственные органы. Было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении Агарковой Инны Юрьевны, коммерческий директор студии туризма. Она сейчас ей инкриминирует статью мошенничества в особо крупных размерах. Собственно, сегодня первое заседание вот этому уголовному делу. Часть пострадавших, малая часть, обращались в гражданский суд, чтобы истребовать вот эти потраченные деньги именно с ООО студии туризма. На данный момент генеральным директором является Волков Евгений Викторович. Угу. Евгений Викторович Волков. Суды, естественно, были выиграны, есть исполнительные листы, но по ним ничего не выплачивается. Объяснение простое. У фирмы нет денег, денежных средств. Исполнительные листы судебным приставам возвращаются вот как раз с этой припиской, что у фирмы ничего нет. А подскажите, а сейчас продолжает эта фирма работать? Вы же наверняка следите за судьбой. Кабинет закрыт, никаких табличек нет, никаких данных тоже нет. Угу.